Внимание приятно всем, тем более в канун Нового года. И особенно ценно оно для людей, которые находятся в очень почтенном возрасте, заслуженных и уважаемых. Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Щелково, с наступающим Новым годом поздравили члены регионального штаба Общероссийского народного фронта, благотворительного фонда «Рождественская звезда», Совета ветеранов, а также общественной организации «Боевое братство» в рамках акции «Новогоднее чудо». Таисия Дмитриевна Пирогова очень обрадовалась гостям и приятным пожеланиям в свой адрес. Здоровья вам, благополучия. Спасибочки, миленькие мои. Теплые поздравления от активистов общественных организаций услышали еще два участника войны – Надежда Дмитриевна Пашина и Иван Иванович Доброхотов. Несмотря на то, что обоим героям уже больше 90 лет, они всегда рады гостям. Всем ветеранам вручили сладкие подарки. От имени Общероссийского народного фронта, от всех, кто здесь присутствует, мы помним вас, чтим память наших героев. Дай Бог вам здоровья, нам с вами встретить 75-летие Победы. Всероссийская акция «Новогоднее чудо» продлится все январские каникулы. Ветеранов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, обязательно поздравят и без внимания в самый волшебный зимний праздник точно не оставят. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.